Настоящему дачнику места в теплице всегда мало. Куда посадить излишки рассады, которые не поместились на грядке? Есть идея. В магазинах продаются текстильные горшки. Они легкие, прочные. Один минус. Стоят недешево. Я покажу, как их сшить из черного укрывного материала, который есть у каждого дачника. Берем прямоугольник из агроволокна размером 45 на 90 сантиметров. Я использую толстый материал плотностью 200. Складываем кусок пополам и сделаем всего два шва. Один сбоку, а второй снизу. Но не просто так. Чтобы горшок получился устойчивым, пойдем на хитрость. Находим середину и собираем к ней края ткани. Вот таким образом. Сверху по этой линии проложим вторую строчку. Выворачиваем на лицевую сторону. И вот что у нас получилось. Устойчивый, надежный горшок. Для удобства можно пришить по бокам ленту. И получатся две удобные ручки. На дно я положу немного скошенной травы. Она будет преть и выделять тепло, а на грядках с подогревом овощи всегда растут отлично. Сверху насыпаю землю, обязательно плодородную. Если у вас крепкая коренастая рассада, то закапываем ее вместе с горшком. Теперь достаем и переваливаем растение в сформированную лунку. Таким образом вы не повредите корни, и рассада быстро приживется. А вот такие вытянувшиеся саженцы, наоборот, заглубите по нижней листочке. Обратите внимание, я засыпала горшки землей только на 2/3. По мере роста рассады буду отворачивать бортики и добавлять грунт. Это позволит саженцам нарастить мощные корни и стать еще сильнее. А значит, и урожай должен быть хорошим. Проверим!